Медсестра. Эта профессия трудна и ответственна. Именно медсестры обеспечивают уход за больными, делают уколы и выполняют массу работы, остающейся за кадром медицинских будней. Говорят, что каким бы талантливым ни был оперирующий врач, без хорошей медсестры его усилия сойдут на нет. 12 мая, в день профессионального праздника, лучших медсестер Тверской области поздравили представители региональной и федеральной власти. Ваш труд нам очень нужен и очень важен. Какие бы ни были времена, какие бы ни были ситуации, но ваш труд является одним из самых благородных трудов. И действительно, название медсестра и медбрат, это означает очень многое, что вы являетесь очень близкими людьми для каждого, кто приходит к вам на прием, на лечение, на процедуры. Спасибо вам еще раз большое. Вручая заслуженные благодарности и награды медсестрам из всех уголков области, почетные гости рассказали им о конкретных шагах, которые планируется сделать с целью повышения престижности профессии. Губернатор Игорь Руденя анонсировал повышение заработных плат младшему медперсоналу. А заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева рассказала о том, что уже в ближайшем будущем квалификация медсестер позволит расширить их функции. Мы должны функционал пересмотреть, больше доверять медицинской сестре. И она должна больше выполнять функции самостоятельно. Мы будем готовить медицинских сестер, бакалавров с высшим образованием, которые вместо врачей будут работать в школах, проводить диспансеризацию, прививки и так далее. К слову, Тверской медицинский университет уже несколько лет готовит медсестер с высшим образованием. И наверняка им пригодится богатый опыт тех, кто помогает людям на протяжении всей жизни. Галина Самохина работает медсестрой уже 44 года. И благодарность губернатора воспринимает как признание заслуг всего коллектива Бежецкой ЦРБ. Поменять свою профессию ей не хотелось никогда. Я очень люблю свою профессию. И работала бы до бесконечности. Просто я люблю людей, я люблю свою работу. И под этими словами могли бы подписаться практически все медсестры, собравшиеся в зале. Юрий Бумбур, Виталий Осипов, Твериград ТВ.